Может, поговорим? Я вас слушаю. Ты меня? Нет, ты, я тебя слушаю. Кто ты? Где мы? Какого хрена я в наручниках? Вы в наручниках в целях моей безопасности. Какой безопасности? Слушайте, да я что, бандит какой-то, что ли? Алексей, вы помните последний месяц вашей жизни? Конечно, помню. Это был лучший месяц в моей жизни. Ну, вот поэтому вы в наручниках. Почему, Ольга Викторовна? Ну вы поймите, ну проект непростой. Да и тем более до доклада еще 2 недели, а там работа на 2 дней. Я закончу вовремя, вы не переживайте, я вам гарантирую. Почему? Почему мудак-то опять? Ну... Да нет, никого я не подставлю. С чего вы взяли? Да я вас... Лейтенант Коноваленко, 2-й батальон. Ваши документы. Да нет, почему? Почему речь? Вы долго будете разговаривать по телефону? Ольга Викторовна, мне надо трубку повесить. Меня тут сотрудники ГАИ остановили. Да. Документы предъявите и положите телефон. Я не могу больше говорить. Я не могу больше говорить! Да я на вас не ору. Товарищ водитель, немедленно положите телефон. Ольга Викторовна, все, я отключаюсь. Ну, увольняйте тогда. Выйдите из машины. Вы извините, просто у меня начальница просто ненормальная. Говорит, трубку повесишь, уволю. Представляете? Дал же Бог такую. Вы извините, пожалуйста. Пожалуйста. А что у вас с глазами? У меня? Ну, нормально. Да ничего, нормально. А, да я ночью просто плохо спал. Ну, не спал практически. Все вы так говорите. Почему все? Кто все? Че, что происходит? Вы что, нервничаете? Нет. Язык покажите. Наркотики употребляете? Употребляем, да? Я? Не. Сходите, пописайте сюда. И подходите, Маша. Ну что, получилось? Получилось. Хорошо. Дальше что? Ждем? Понимаете? Ну? Вот, видите? Это можете вылить. Оформляй. Подождите, мужики, не надо оформлять. Давайте договоримся. Ну, договоримся. У меня 1030 на карте есть. Надо до банкомата только доехать, я все отдам.
Слышь, какие 30 тысяч? Ты чё? Что за люди, а? Короче, чтобы решить этот вопрос, нужно 150. Чего? Ну, с учетом, что у тебя вчера был день рождения, это будет 100. Какие 100? Да у меня только марихуану показал тест. Ну, тогда было бы 300. Мужики, да нет у меня столько денег, я обычным сметчиком работаю, честное слово. Короче, ну вот что ты прибедняешься, а? Тачка у тебя неплохая. Да ей 5 лет этой тачке, еще 5 лет за нее кредит платить. Но у меня правда нет столько денег. Хватит ныть. Мы решаем вопрос или нет? Да у меня нету столько денег. Да, нет. У меня нету столько денег. Ну, тогда без обид. Тогда без обид. Машину заберешь со штрафстоянки. Ничего личного. Оформляй. Документы. Ну, сейчас, вылейте, потом подойдете, подпишите. Что за люди, а? Ужас. О, явилась наша звезда позже всех! Если ты в конце концов не сдашь мне этот гребаный доклад по смете, это просто уничтожить, если ты подведешь нашу компанию. И не надо больше опаздывать. Ольга Викторовна, я опоздал, потому что вы мне звонили. То есть ты хочешь сказать, что это я виновата в том, что ты опоздал? Да нет, конечно, я сам во всем... Быстро не работай! Пошел! Значит так. Чё, помнишь, что вот вчера сидели? Ну, как с третьего дома, как этого зовут-то, Чепушило? Ну, Ваня, Ванька, Ванька, да. Дурачок, прикинь, с котлами новыми. Да, опа, да, смотри, смотри. Опа. О, Лёх, братушонок, здорово. Как она? Чё, нормально? Нормально. Слышь, а мы чё, недостойны твоего рукопожатия? Добрый день. А не такой он уже и добрый. Руку убрал. Я сейчас тебя уберу, а? Руку, говорю, убрал свою. Ладно, ладно, братан, ну, угомонись, не кипятись. Лёх, пойди сюда. Ну, чё ты это сам? Все нормально. Ну ты в натуре тоже не прав, а? Слушай, дай полтинничек, а, на пивко пацанам, чисто расслабиться, посидеть охота. Дыши. Отойди. Слушай, Лёх, такое дело важное. Слушай, вообще, прям позарез. Займи косарь, а? Опять? Да что, опять-то, вернем тебе. Ой, я здесь зуб даю, ну. Что, за жалко, что ли? Пацанам нормальным. Давай, что ты это сам? И мне займи. И мне. О, я понял. Давай быстрее. О, а в честь чего? День рождения? Да ладно. Так вчера было. Блин, мам, прости. Да ладно, забей. Зато мне для тебя есть подарок. Я тут недавно освоил управление снами. Ты когда-нибудь видел сон, в котором ты понимаешь, что ты спишь? Ну да, я обычно с крыши прыгаю. Вот. Ты во сне понимаешь, что с тобой ничего не случится, поэтому идешь и управляешь сном. Прыгаешь с крыши. О как. Угу. А хочешь? Я тебя научу, как каждый день видеть такие сны. Давай. Запоминай. Первое.
Весь вечер ходи и думай о том, что ты будешь управлять сном. Вообще не выкидывай это из головы. Второе. Каждые полчаса закрывай нос рукой и пытайся через него дышать. Позже я объясню, зачем. Ну и третье. Поставь будильник на 4 часа утра. Это самое лучшее время управления снами. Как проснешься, сразу засыпай. Далее. Как понять то, что ты во сне? Помнишь, я тебе говорил закрывать нос рукой и пытаться через него дышать? Mm-hmm. Во сне ты можешь дышать закрытым носом. Либо возьми какой-нибудь учебник или дневник, тетрадку, телефон. И попытайся что-нибудь прочитать. Если ты не поймешь ни одного слова, ман, ты во сне. Либо прыгни в какой-нибудь водоем. А нет, лучше засунь голову в воду. Если ты сможешь дышать под водою, чувак, ты в мире сновидений. И вот тут начинается самое интересное. Твори, чего хочешь. Прыгай с крыши, либо летай. Ограбь или изнасилуй, или лучше убей кого-нибудь, как в GTA. Во сне же нету никаких законов и ответственностей. И любая проблема решается очень легко. Проснись. Все понял? Четко. Ну что сидишь? Ставь будильник. А? Я сейчас вернусь. Какие в натуре, да? Вообще, ну чепушило, не сечет, о чем вообще базар? Вообще жесть, да? Бля, где ты таких находишь? Да вообще жесть! Мобилу верните. Какую мобилу? Чё? Слышь, да я знаю, что это вы ее вытащили. Ты охерел, чё ли? Ты чё так разговариваешь? Мобилу отдай. На! Нормально ты все кому. Слушай. Погнали по спальне сюда. Да верни ты ему мобильник, а то опять мусорам нажалуется. На, гниль. Где моя одежда? Эй, Лёх, лежи. Подожди, сейчас врач придет. Ну чё, ты как? Ой, тебе эти козлы, да? Да нормально все. А. Принеси мою одежду, поехали домой. Какую одежду? Стой, какую одежду? Какой домой? Сейчас врач придет, может, у тебя стрясняк. Почему? Может. Ой, здрасте. Здрасте. У вас легкое сотрясение. А на вашем месте я бы дома денька три повалялся. Да не могу я. Вот список лекарств. Спасибо. На здоровье. Слушай, давай догони его. Мои вещи попроси, поехали домой. Лех, слушай, ну какие вещи? Тебе же врач объяснил. Я говорю, иди неси вещи, мы едем домой. Иди. Больной? Сейчас как рванет? Да она не настоящая. Ага, блин. Не настоящая, да настоящая. Ты чего мне лепишь? Про управление с нами все помнишь? Да все я помню. Если я дышу под водой либо закрытым носом, значит я во сне. Можно убивать, грабить, насиловать. Во сне законов и ответственности нет. Все? Все, ладно. Я пошел, тогда не буду тебя больше лечить. Ты это... Таблеточки не забудь попить. Пошел ты! Бред. Какое нафиг управление сном?
Здорово, сосед. Ну, я не против. А где? Это который на районе, за 7-м домом? Ну, давай я в 5 закончу, где-то к 6 буду тогда. Давай до вечера. Заказал. Да. А вот тебе штрафной за то, что опаздываешь. С удовольствием. Давай. За здравие. Да. Че, как дела? Да нормально все. Вчера заморачивался твоим этим управлением снов. Так. Ничего не получилось. Вообще сегодня ночью снов не видел. Слушай, ну подожди, я же тебе говорил, с первого раза может не получиться. Тем более тебе по голове настучали, может быть у тебя там, ну, система сбилась. В общем, пробуй еще. Тебе обязательно получится. Любой человек может. Походу я не любой. Йоу. Ну я понимаю, у тебя неделя задалась. На работе проблемы. С гаишниками. Да все нормально, дядя. Вообще все хорошо. У меня вообще проблем нет, понимаешь? Слушай, может, отожми ему дело. Без гайра, не делал. Ничего такая. Не сработай. Опа, опа. У меня вообще все отлично. Ова, привет. Руки убрал. Обожаю, каждую палочки команды. Ладно, иди ко мне, давай. Шляпай меня. А можно я? Опа, а ты же в больнице был. Тебя что, выписали? Билетик тебе оформить? На. Ну так-то. А ты что отвернулся? Сюда смотри. Сюда, я говорю, смотри. Вась, узнал меня? Узнал, дурь. Ой, это вам. Спасибо. Слушай, ты чё мне раньше про это управление с нами не рассказывал? Я сегодня ночью этих троих во сне так отдубасил. У тебя нормальное настроение. Конечно. Я сегодня первый раз сам заговорил с Ритой. Слушай, это все не про нее целый день, думай. Зачем? Ну как зачем? Чтобы я потом во сне. Рот закрой свой. Че сразу рот? Это же всего лишь сон. И че? Ты решил, что я этим воспользуюсь, что ли? Я ее даже во сне пальцем не трону, понял? Понял. Играй давай.
смотришь на меня? Я просто не могу на тебя по-другому смотреть. Я пробовал вообще не смотреть, вот, но ничего не получается. Это как магнит, понимаешь? Ты сильнее меня. Ты такой забавный. Ты такая красивая. Жаль, что это сон. Тут тебе повестка в суд. Из ГАИ. Чё натворил-то? Из ГАИ. Когда ж вы нажретесь, суки? Помнишь меня? Вы что, нервничаете? Покажи язык. А, не можешь. Бах! Ну вот. Сам штаны нассал, а меня в стаканчик заставлял. Ну ладно. Без обид. Ничего личного. Оформляйте! Граната не настоящая! Сейчас. Так, вот он. 12 к 4, 15 к 6.
подождите, еще и деньги не пришли. Ну так, отгрузим, а потом будем... О, самые молодые, самые талантливые, наконец-то. Давайте начнем. Спасибо. Уважаемые господа, вашему вниманию представляю проект по благоустройству и озеленению Центрального городского парка. Чего? По благоустройству и озеленению Центрального городского парка. Алексей, вы дебил? У вас был совершенно другой проект. Какой другой? Вот же техническое задание, вами подписано, вот. Бред. Идиот, как всегда, все испортил. Ты должен был подсчитать количество звезд в четвертой галактике. Что? А он еще глухой. Я повторяю, ты должен был составить смету на количество звезд в четвертой галактике. Вы понимаете, о чем она? Конечно, она все понятно объясняет. А он дебил? Он не понимает, когда все понятно? Конец тебе, сука! Чего себе позволяете? Вы что, вы сука? Заткнись, сука! Сань, помогите! Помогите! Уходите! А на этой картинке что вы видите? Совсем за психа меня держишь, да? А вы считаете, что вы здоровы? Конечно, здоров. Я полностью здоров. Я нормальный человек. Вы пытались изнасиловать свою начальницу во время совещания в присутствии нескольких людей. Вы считаете это нормальным? Да, ну не изнасиловал же. Ну, конечно, вас оттащили. Послушай, да я вообще думал, что это сон. Да. Жаль парня. Как ты его так угораздил? А? Да там козлы одни, у него телефон отняли. Он пошел с ними разбираться, они ему голову и пробили, это твари. Слава богу, их поймали. Да пойми, я просто думал, что это все сон. Я как бы нырнул в аквариум и начал дышать под водой. Подожди, я понимаю, как это звучит. Просто, ну я перепутал, я со сном. Сном? Ну да. Я умею управлять снами. Какие сны, Алексей? У вас тяжелая форма шизофрении. Что ты несешь? Какая шизофрения? Что за бред? Я так понимаю, родственников у него нет. Ну, у него вроде мама где-то есть. В общем, нет. Подумаешь, сорвал блузку с начальницы. Ну, дадут пару лет условно, и все. Но я сомневаюсь, что вам дадут пару лет. Одно убийство сотрудника ДПС тянет... Ну, лет на 15. А, сосед рассказал, да? Да, да он пошутил. Это тоже был сон. Клип 15 лет. Во сне убийство не считается, за него нет ответственности. Я еще раз повторяю, Алексей, у вас тяжелая форма шизофрении, раздвоение личности, провалы в памяти. Вы вообще не можете видеть снов. Все, что вы считаете с нами, происходит на самом деле. Врешь! Бред! Очень жаль, но придется его отключить от аппарата жизнеобеспечения. Этот аппарат нужен другим людям в больнице. А ему что, не нужен, по-вашему, да? Ну вот смотрите. 5 октября вы избили в баре трех местных жителей. Позже один из них скончался в больнице. У него нет положительной динамики. Деньги на страховке закончились. А каждые сутки работы этого аппарата обходится нам в 10 000 рублей.
9 октября вы ограбили ломбард, ранен кассир. 15 октября вы напали на водителя мирового судьи, угнали его автомобиль. В тот же день этого не может убили быть. Сотрудника ДПС. Этого не может быть! Ну, умоляю вас, ну сделайте что-нибудь, ну начнется, я верю, начнется. У него мозг умер. Он не очнется. Девятнадцатого избили гражданина Стрельцова, а его автомобиль попросту сожгли. Это сон, да? Это все сон? Закрой мне нос рукой, а? Закрой мне нос рукой. Я просто хочу проснуться и все. Все, это я понял. Закрой мне мой нос рукой! Закрой мне гребаный нос рукой, сука! Закрой мне нос, тварь! Спокойной ночи. Алексей. Алексей, что с вами? Потанцуем? Мой мир внутри, феномен реалий, грез, механизм в голове. Вам не понять всерьез, во мне есть все, но только то, что вас нет. Спокойной ночи, знай, словимся во сне. Бодрит звук в 7 утра, что ни день, день сурка не легок на подъем. Когда с отходника каждый раз полгаз, и сам на полудреме рулю в офисы, подоры, Оля в телефоне.